Кто давно подписан на мой YouTube канал, тот знает, что я снимаю видео про путешествия. Но также, кто не в курсе, я веду второй YouTube канал про образование за рубежом. Этот канал называется SMAPS Education. И сегодня на этом канале я делаю не стандартный выпуск, я делаю выпуск про зарубежное учебное заведение под названием EU Business School и хочу поделиться с вами особенностями обучения в Европе. Не переключайтесь, это очень интересно. И видео снято по частым вопросам, которые задают мне касательно учебы за границей и тому, чем же все-таки отличается обучение там от того обучения, которое есть у нас. Да, и кстати, друзья, обычно я снимаю видео где-то из-за границы. В этот раз вы видите ролик из моего офиса. Давайте я быстренько вам сделаю небольшую экскурсию. Вот, как бы здесь проходит все действо. Здесь проходит все действо. Вот такая вот комнатуха. По офису. Это все. Давайте отправляться с вами в трип. Друзья, одно из первых отличий EU Business School – это то, что корпуса этого учебного заведения находятся в четырех разных городах Европы. Это Барселона, Мюнхен, Женева и Монтрё. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть выпуски про EU Business School, которые я снял в прошлом году в Барселоне. Линки на эти выпуски будут в описании к данному видеоролику. И также туда я поставлю выпуски из Швейцарии, из Женевы и Монтрё. Я рекомендую вам посмотреть данные видео, потому что они и про учебу, и про учебные заведения, и также про культуру и отдых именно в тех городах, где находится EU Business School. Если вы не хотите кликать на какие-то линки, куда-то переходить, я все равно вам покажу, что такое EU. Сделав вот так пальцем, так не сработало, ребята. Так, еще раз не сработало, еще раз, давайте еще раз. Ладно, не работает, тогда давайте вот так. Возвращаемся обратно в Москву. Продолжаем. Продолжайте. А я послушаю. Я хочу уделить внимание прежде всего отделу карьерного сопровождения в EU Business School. Учебное заведение тесно связано деловыми отношениями с промышленными, торговыми, финансовыми и консалтинговыми компаниями по всему миру. Вот некоторые из них. Nestle, Procter & Gamble, Bayer, General Electric, Всемирная торговая организация, World Bank Group. Благодаря тому, что учебное заведение сотрудничает с компаниями по всему миру, у выпускников бизнес-школы не возникает потом вопросов с трудоустройством. Более того, карьерная служба EU оказывает реальную помощь в составлении рекомендаций и подборе оптимальных вакансий в специальных центрах планирования карьеры. Еще очень крутое событие, которое организует EU, это выставка вакансий, на которую приезжают представители крупнейших мировых рекрутинговых компаний. И у студентов есть возможность лично познакомиться с ними. Один из важнейших показателей качества обучения в EU – это то, что 93% выпускников находит работу в течение 6 месяцев после выпуска. И еще один важнейший показатель качества учебного заведения – это, конечно же, его студенты. Одним из известнейших выпускников EU является действующий управляющий директор футбольного клуба Манчестер Сити Амар Беррада. Берн Штефан – вице-президент азиатского Nestlé. Доктор Сидха Раман, он же президент Доха Банка в Катаре. We'll be right back.
важное значение имеет отдел карьерного сопровождения в ВУЗе? Ребята, но прежде всего это ваш путь к будущей карьере. И это ваш путь к работе мечты. Сейчас большинство учебных заведений представляет собой классическую систему образования, когда вы ходите на лекции, у вас лекции, семинары, преподаватели, которые дают вам теоретические знания, но современные тренды в образовании требуют от учебных заведений большего, и EU как раз-таки дает это большее. Здесь вы помимо учебы, помимо теоретических знаний, вы также получаете индивидуальные консультации по трудоустройству. Для студентов организуются воркшопы на тему создания личного бренда. О важности развития социальных сетей. Департамент карьерного сопровождения не просто вам помогает найти работу, он вам помогает найти именно ту работу, которую вы хотите. Возможно, вы не придаете значения вашему резюме и социальным сетям, но здесь вас научат, насколько важно для работодателя ваше резюме, и вам помогут его правильно составить. Covering letter – это сопровождающее письмо. Ну и, естественно, важность социальных сетей, например, LinkedIn. В России она, к сожалению, заблокирована, но это крупнейшая в мире профессиональная социальная сеть. Вы когда-нибудь представляли себе, как будете проходить интервью с работодателем? Ну, честно говоря, очень такое нервное событие в жизни. И на самом деле требует очень большой подготовки и практики. Сейчас классические учебные заведения не учат нас тому, как проходить интервью с работодателем. В EU, в департаменте карьерного роста, как раз у вас будет практика, и вас научат, как грамотно и успешно проходить интервью. А теперь давайте посмотрим на такую ситуацию. Вот вы, допустим, хотите получить какую-то очень высокую должность и, скажем, быстро забраться по карьерной лестнице. Что важно? Важны не только знания, еще очень важно умение общаться с деловыми людьми. О чем я сейчас говорю? А говорю я сейчас о построении вас как бизнес-личности. Что имеет для этого значение? Значение имеет прежде всего социальный нетворкинг, простым языком связи. Хотели бы вы иметь связи с лидерами крупнейших мировых компаний? Ну, я думаю, что все бы хотели иметь такие связи. Так вот, одним из огромных преимуществ EU является то, что они постоянно приглашают профессионалов из индустрии различных, директора компаний, топ-менеджеры, экономисты, финансисты. Это люди из компаний, которые приходят давать практические лекции студентам. И у студентов есть возможность напрямую с ними контактировать и общаться. Представьте себе ситуацию, что вы студент университета, в вашей группе дает лекцию главный экономист швейцарского банка Credit Suisse. Можете представить себе такую ситуацию? После лекции вы можете спокойно общаться с ним, задавать вопросы, говорить на актуальные темы в банковской сфере. Чего еще не хватает классической модели образования? Практики. EU организует своим студентам индустриальные визиты. Студентов привозят в компании, и они учатся применять свои теоретические знания на практике. Студенты рассматривают реальные кейсы деятельности компании и учатся предлагать свои решения. Если у вас остались вопросы по поводу EU Business School, в описании к данному видео будут все контакты, где вы можете проконсультироваться и узнать больше информации про учебное заведение. И не забывайте, что в настоящее время диплом — это не бумажка. Диплом — это вы сами.